3 ноября жителям Зауралья предлагают присоединиться ко всероссийской акции «Ночь искусств». Правда, в этом году она пройдет в онлайн-режиме. Изменить формат проведения пришлось из-за непростой эпидемиологической ситуации. К дистанционному празднику уже готовы сотрудники музеев и театров. Для желающих будут работать несколько площадок. Так, в Шадринском драматическом театре в этом году выбрана тема «Мистика». Зрители смогут виртуально прогуляться по ночному театру и, по словам его сотрудников, даже смогут встретить привидений. В 2020 году уже 8-й раз пройдет «Ночь искусств». Это то мероприятие, которое музеи, театры, выставочные центры готовят на протяжении всего года и предоставляют на суд зрителя. У каждого из нас есть свой скелет в шкафу. Есть те легенды, те байки, те мысли, с которыми мы засыпаем каждый день. И мы в 2020 году подготовили «Ночь искусств» именно на эту тему. Наш театр хочет познакомить нашего зрителя с байками, легендами театра, возможно, познакомиться с каким-то театральным привидением. В этом году мы перешли в формат онлайн. То есть на протяжении дня у нас будет проходить множество мероприятий. Это трансляция спектакля «Неугомонный дух». В Шадринском краеведческом музее имени Бирюкова «Ночь искусств» посвящена Дню народного единства. Музей при помощи культурных и творческих организаций города Шадринска подготовил более 20 выступлений, музыкальных номеров и поздравлений от представителей разных культурных и этнических центров. Тема нашей «Ночи искусств» – «Восток-Запад», то есть она посвящена Дню народного единства. В нашей «Ночи искусств» будут представлены различные видео, именно видеосюжеты, которые мы сняли совместно с разными учреждениями, организациями, отдельно людьми. У нас будут показаны поздравления от представителей православной церкви, от представителей мусульманской религии. Также у нас показаны вот национальные танцы, ремесла, русские и татарские костюмы, национальная кухня, единоборство и многое-многое другое. С 6 вечера до 11:40 вас ждут увлекательные видеосюжеты на такие вот различные темы. Таким образом, выбрав программу по душе, вы сможете провести культурный вечер, не выходя из дома.